Николай Носов, наш каток. Осенью, когда стукнул первый мороз, земля сразу поморозила чуть ли не на целый палец. Никто не уверил, что уже началась зима. Все думали, что скоро опять развезет, но мы с Мишкой и Костей решили, что сейчас самое время начать делать каток. Вон, во дворе у нас был садик, не садик, а там не поймешь, что просто две клумбы, а вокруг газончик с травкой. И все это заборчиком угорожено. Но мы решили сделать каток в этом садике.